Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Я Роман Карасев. И сегодня я хочу рассказать одну историю или притчу, которую я прочитал, сейчас удивитесь, в детском литературно-художественном журнале «Мурзилка». Как вы знаете, «Планета Дзюдо» сотрудничает с этим журналом. И несмотря на года, все равно много интересного можно найти в этом журнале, как для ребенка, так и для взрослого. И вот я прочитал один рассказ, честно говоря, не помню сейчас, кто автор этого произведения. Да простит меня этот автор, но мне она очень понравилась. Так вот, я начинаю. Сидят на дереве в Африке два ленивца. И один ленивец говорит другому: ты знаешь, в Африке есть такое животное, гепард. Оно очень быстрое. Другой ленивец отвечает: да, я знаю. Пока мы с тобой переползаем с одной ветки на другую, гепард за это время может обижать всю Африку. Так значит, мы все чемпионы, сказал второй ленивец. Почему это мы все чемпионы? Удивился первый. Ну как, гепард чемпион по быстроте, а мы чемпионы по медленности. Мораль этой сказки или рассказа или басни каждый определит по-своему. Но я посмею выразить свое заключение, что в этой жизни каждый из нас чемпион. И поэтому давайте не будем расстраиваться, если что-то у нас идет не так. В любом случае, мы уже выиграли. С вами был Роман Карасев. До новых встреч!